Протестующие выкрикивают лозунги у здания суда в Гонконге. Внутри выносят приговор 9 продемократическим активистам. Их обвинили в якобы незаконной организации «Вечера памяти». Дали от 6 до 10 месяцев тюрьмы. В общей сложности на скамье подсудимых оказалось 12 активистов. Троим вынесли приговор с отсрочкой. Сейчас новой нормой становится то, что продемократических активистов продолжают арестовывать, сажают в тюрьмы, выдвигают им новые обвинения, пытаются наказать за их прошлые действия. Власти подавляют основные права человека. Много лет 4 июня в городе традиционно проходили мероприятия в память о погибших студентах на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Но последние два раза власти автономного региона запретили проводить массовые мероприятия, ссылаясь на пандемию. Несмотря на это, и в 2020 и в этом году тысячи людей вышли зажечь свечи. Запрет издали после массовых продемократических протестов в Гонконге в 2019-м. Многие активисты сказали, что так Пекин пытается заглушить голоса несогласных. Правящая в Китае Компартия также приняла в регионе закон о нацбезопасности. Он позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям, например, в терроризме, и приговаривать к длительным срокам вплоть до пожизненного заключения.